Так, что там, время пошло. Ну что, последний день пути настал. Ну, сутки. Сейчас в Перми остановились. Тоже ничего не видно. Между двух вагонов нас загнали. Сейчас, короче, заградотряд. Тапок мой забрал. Вот, короче, два поезда между собой. И мы тут между ними, как агнцы. Вот, так что это завтра в 11 уже в Москву приедем. Вот. Местное время... Ой, 11.34. Такие дела. Немного осталось. Уже подзадолбались все. 5 дней, 6 день в пути. Ну ничего, я думаю, доедем, с ума не сойдем. До следующих встреч в эфире.